Хищению уличили главного бухгалтера одного из предприятий, госпредприятий Жамбылской области. По данным прокуратуры, за 3 года она перевела на свои счета около 7 миллионов тенге. А чтобы скрыть следы преступления, подделала документы. Дело дошло до суда. И назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года, а также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать материально ответственные должности сроком на 3 года в коммерческих и иных организациях. Все украденные средства возвращены государству.